Спонсор рубрики – медицинский центр «Секреты долголетия». Доброе утро! С вами рубрика «ЗОЖ» и доктор Кузьмина. Все о здоровом, правильном образе жизни и о тех возможностях, которые дает нам природа. Сегодня мы беседуем о правильном похудении с директором ООО «Парафарм» Елистратовым Дмитрием Геннадьевичем. В прошлых передачах мы говорили о безопасном похудении и в основном о том, как худеть женщинам. Как же похудеть мужчине? Да, очень интересный вопрос. Мужчинам похудеть проще из-за их физиологии. У мужчин в организме есть мощный жиросжигатель – это тестостерон. Если мужчина будет себя вести как мужчина и не подавлять свой тестостерон, то и проблем с лишним весом не будет. Во-первых, убийцей тестостерона является стресс. Поэтому настоящий мужчина должен быть великодушным, уметь прощать и не принимать все близко к сердцу. Во-вторых, настоящий мужчина не пьет пиво. Пиво – это убийца тестостерона. Пиво содержит очень много женских гормонов, которые разрушают тестостерон. И в-третьих, про вред алкоголя и курения, как вы понимаете, не говорит только ленивый. Всем, а не только мужчинам, нужно активно двигаться. Профессор Струк Филарий Иванович рекомендует ходьбу не менее 20 км в неделю. Нужно обязательно загорать. Хотя бы 20 минут в день подставляя солнцу кисти рук и лицо. У всех полных лиц наблюдается витамина D недостаточность, что ведет к инсулинорезистентности. Для восполнения дефицита витамина D мы советуем остеовит по одной таблетке утром и одной таблетке вечером. А для поднятия тестостерона мы советуем Левитон Форте или Рамакс. Лучше вначале принимать и Рамакс, а потом Левитон Форте. Здоровый секс сожжет все жиры. С вами была рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Здоровья вам и вашим близким!